Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые популярные мифы о кошках. Они всегда приземляются на четыре лапы, могут исцелять от болезней и способны видеть даже в полной темноте. Кошки – давние друзья человека, которым посвящен не один десяток сказаний и легенд. Но все ли из них правда? Представляем вам 5 самых распространенных мифов о кошках. На кошке раны заживают быстрее, чем на других животных. Первый популярный миф. На самом деле способность мяукающих к быстрой регенерации тканей научно никогда не была доказана. Поэтому быстрое заживление ран в большинстве случаев зависит все-таки от возраста, здоровья и условий лечения животного, а не от его вида. Кошки могут исцелять от болезней. Еще один миф. Пока анимал-терапия, утверждающая, что животные могут лечить людей, не стала частью официальной медицины и ветеринарии. Да, безусловно, кошки способны дарить положительные эмоции, тем самым позитивно влиять на эмоциональное состояние человека. Но научных данных, подтверждающих наличие у кошки лечебных свойств, пока не существует. Кошки всегда приземляются на четыре лапы. Третий миф. Да, кошки отличаются развитым чувством ориентации в пространстве и хорошими акробатическими способностями. Но все же иногда мяукающие могут промахнуться и не приземлиться на четыре лапы. На приземление кошки влияет высота, с которой она прыгает, наличие препятствий на пути, быстрота реакции и место приземления. Кошки не способны любить человека, как собаки. Еще один распространенный миф. Кошки проявляют свою любовь менее эмоционально, чем собаки, но это не значит, что они не любят своего хозяина. За независимостью кошки скрывается море нежности и любви. Да, кошки не будут прыгать на задних лапах, когда вы вернетесь домой, но они будут спать с вами, приносить добычу, вылизывать вам руки, то есть проявлять любовь по-своему. Кошки могут видеть в полной темноте. Пятый миф. Кошки обладают отличным цветным зрением. Они хорошо опознают местность в темное время суток, однако в полной темноте видеть они все-таки не могут. В этом случае ориентироваться в пространстве им помогают слух, вибрисы и обоняние. Таковы популярные мифы о кошках, которые доказывают, что даже в привычных нам с детства животных может быть скрыто немало удивительного. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!